Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Мы с вами в Тюмени. Стадион «Геолог» продолжается первенство МЛБ первой лиги, лучшей лиги мира. Сегодня интересный поединок вашему вниманию. Футбольный клуб «Тюмень» против «Сокола» из Саратова. Две команды, которые вернулись в первую лигу после достаточно долгого перерыва. «Тюмень» отсутствовала в МЛБ первой лиги 4 сезона. Футболисты «Сокола» не играли в ней 6 лет. И команды, которые стартовали здорово. 19 очков в своем активе после 16 матчей. Еще раз скажу, что 8 туров подряд не выигрывали футболисты «Сокола». Сейчас важно обыграться. Передача назад, навес, в штрафную. Через себя попытка удара. Это Порохов. Хорошая скидка от Шитова. Бем, прострел. Удар здесь пяткой Татаринов. Красиво все сделали футболисты «Тюмени». И снова Молодцов. Хорошая передача в штрафную. Здесь обыгрыш, прострелы. Как там не забивает «Сокол». Не получается удар у игрока «Сокола» и мяч в руках у Любакова. Бем на правом фланге. Смещается в центр. Передача и подбор за Тюменью. Удар. Бьет на исполнение Дружинин, но не попадает в створ ворот. Мечиков. Передача, пас на момент, добивание, это пенальти, желтая карточка будет, естественно, показана, там уже пустые ворота были перед игроком Тюмени, и красная карточка вратарю гостей Косаревскому. Здесь Татаринов здорово сыграл, даже не пяткой, подошвой мяч скатил, ну что делает, Косаревский, просто в спину толкает. Какая пауза-то затянулась. Она, конечно, Порохову не на пользу. Удар! И не попадает Порохов в створ ворот. Печенкину мяча. Ну, здесь можно и левоногому бить, и правоногому. Удар! Не очень сложный, наверное, был удар для вратаря, но Федоров мяч не зафиксировал. Полностью заснеженное поле. Подогрев не справлялся. Подача! Не попадает. Кто там, Байдуков, по-моему, не попадает в створ ворот. Хороший пас. Проходит удар. Здесь Федоров хорош. Смотрим за этой атакой. Бем, прострел. Центр, но здесь буквально затолкали мяч в ворота Федорова футболисту Тюмени. И вот так нагружали левым флангом в начале второго тайма, где активен был Маркелов. В итоге голевая атака пришла все-таки с правого фланга. Теперь с левого фланга будет подачу выполнять. Хорошая подача! Мяч сохраняет Порохов на правом фланге. Порохов один в один попытается обыграть. Порохов лазит, вышел. 1-1. Гол! Ну вот Порохов перед заменой делает счет 2-0. И он полностью реабилитировался за тот незабитый пенальти в первом тайме. Шитов справа фланг выполняет подачу на ближнюю штангу. Да нет, по центру мяч полетел на 11 метров. Шитову пробить не удается. Удар с дальней дистанции Байтукова. Подбор за Тюменью. Штанга! Чуканов в штангу попадает. Галимов показывает на центр. Заканчивается матч между Тюменью и Соколом. Заканчивается со счетом 2-0.